В прямом эфире украинского ток-шоу Савика Шустера дали слово российскому военному, который знал про так называемое вторжение России в Украину. На протяжении значительной части передачи слушатели внимали военному, однако в один момент он назвал их идиотами и заявил, что это был розыгрыш, а также нецензурно обругал ведущего. В эфире обсуждалась тема задержанных российских военных из Государственного разведывательного управления. Савик Шустер анонсировал прямое включение с российским военнослужащим, который на условиях анонимности согласился рассказать о российских военных в Донбассе. Долгое время анонимный военнослужащий поддерживал легенду, и его рассказ соответствовал общим ожиданиям украинских зрителей. Он сообщил, что задержанных солдат ГРУ на родине ждет преследование и пообещал уволиться из вооруженных сил Российской Федерации. Украинские политики и зрители в зале аплодировали ему и хвалили за смелость. Однако звонящий в студию неожиданно изменил тональность разговора и объявил Шустера виновным в начале войны в Донбассе. Вы начали первый эту войну. И даже то, что я вам сейчас рассказал, вы как милые это схавали. И будете хавать, потому что вы пичкаете свой народ в выигрыш. Майдан начался с вас. Нет. Ну, не с меня, скажем. Ну, хорошо, пусть с меня. Но не с меня. Есть люди, которые поважнее, чем я. И больше там времени провели. Ну, неважно. Хорошо, если вам так угодно, пусть будет так. Ну, и каким же образом Майдан начал войну? Обыкновенно. И просто вы не хотели слушать своих собственных граждан. То, что вы до сих пор травите их непроверенной информацией. Вы даже не умудрились проверить, кто я есть. Чтобы выйти сейчас на всю Украину. И на самом деле эти военнослужащие, они не являются действующими. Да, они добровольцы.